Ну что ж, мы вас всех приветствуем, дорогие друзья. Очень-очень рада, что вы нашли время сегодня к нам присоединиться и поговорить на тему взаимоотношений с детьми и вообще о детях. Давай проверим связь. Как у нас сейчас? Давайте мы, да, вот если, давайте поставьте плюсики, как нас видно, как нас слышно. Сейчас небольшая задержка будет во времени, буквально 10 секундочек. Сейчас полетят, надеюсь, вот плюсики. Да, вот, Маша уже поставила плюсик, Ирина, Кирилл. Так, все, Кирилл, вижу, да, хорошо. Вы могли бы заниматься своими делами. Но вы приняли решение сегодня в этот момент посвятить это время вместе с нами разъяснением ситуации, какие же все-таки правильные отношения. Наверняка вы задумываетесь над тем, что что-то, наверное, происходит не так. Уходит из-под контроля ваш ребенок, и неважно, в каком он возрасте, 3 либо 13 лет. Возможно, вы не удовлетворены им поведением. Быть может, что-то вас еще беспокоит, либо какие-то страхи присутствуют у вас. И вот об этом, о всем мы будем, конечно, сегодня говорить. И одно то, что вы уже осознали, что нужно с этим что-то делать, это, знаете, конечно, огромный плюс. Да, вы, значит, сделали этот самый первый шаг. Да, проработать, найти эту программу, вот то, о чем мы сегодня будем говорить. И хочется еще обсудить, вот кто откуда. Как говорится, наши русскоговорящие люди разбросаны вообще-то по всему миру, по всем странам. И хотелось бы посмотреть. Напишите, пожалуйста, из какого вы города или из какой страны. Очень даже это интересно. Вот Ирина написала, что она из Сакраменто. Очень здорово. Вот Илья из Нью-Йорка. Ага, ты видишь? А Кристина, она написала из Марокко. Вот так вот. Здорово. Все совершенно из разных стран. А Наташа из Ирландии. Вот. Здорово. А я хочу рассказать, что я, например, я нахожусь в Лос-Анджелесе и работаю здесь, в Америке. Я училась здесь в институте гипноза в Лос-Анджелесе. И поэтому сегодня мы хотим вам рассказать о том, что есть уже совершенно новые методики использования трансовых состояний. И наша программа или курс о том, как использовать это для возможности найти новые методы проработки своих каких-то внутренних подсознательных проблем, и именно вот через такие трансовые состояния находятся такие новые методики, скажем так. Потому что если вы задумались или вот осознаете, что где-то есть какая-то недомолвка, может быть, в каких-то каждодневных ситуациях проявляются какие-то раздражения или вдруг просто бешенство, и не знаю, как с этим бороться, ведь нужно же это как-то поменять в своей семье, в своем пространстве, убрать это. И вот мы сегодня хотим вам рассказать, как это можно сделать. Юль, напишите, пожалуйста, кому это близка тема, кто действительно чувствует, что что-то не так, может быть, как-то себя не очень адекватно ведет, а потом сожалеет об этом. Вот поставьте либо плюсики, либо напишите, вот что вы чувствуете, какие вот ваши чувства такие негативные, которые вас беспокоят во взаимоотношениях с близкими либо с детьми. Ну вот я, кстати, вижу, Наташа написала, что вот обида, Катя написала тревожность, Владимир написал агрессия, а Михаил пишет неуверенность в себе. Да, это, конечно, очень такие... Неуверенность в завтрашнем дне тоже пишут. Да. Страх за близких. Вот это, кстати, да, действительно волнение, страх за близких.
вот эти переживания, да, ребенок ушел в школу, и вот он задерживается, да, и как вот наше вот состояние, когда мы дозвониться не можем, у него просто сел телефон, он играет в футбол. Конечно, вот это все волнения, нам тяжело от них избавиться, потому что мы родители, мы мамы, да, папы, классно, что вот сегодня не только и мама присутствует на нашем вебинаре, здорово, что это касается и папы, они об этом прекрасно понимают. Очень хорошо. Ну вот давайте немножко поговорим про то, что кто такие наши дети. Наши дети – это герои нашего будущего, в котором, кстати, мы будем продолжать дальше жить. И вот зависит очень сильно от нас сейчас, от родителей, каким будет это будущее. Это не говорит о том, что наши дети должны получить там, ну, образование в самой лучшей школе города. Это мы сейчас говорим немножко о другом, о более глубоких вещах. Мы помним о том, что, ну, наверняка вы слышали, о том, что Земля сейчас переходит в новую плотность. И, конечно, многие даже физически чувствуют вот это вот дискомфортное состояние. Это плотность пятого измерения. И вот наши дети как раз будут в этой плотности жить. И что там будет особенного? Особенного – это там будет безусловная любовь, безусловное взаимопонимание. Там будет доброта и взаимопомощь. То есть вот все те наши любимые и желаемые чувства и качества, они там будут тотальны повсеместно. И вот нам, детям, нужно вот раскрыть это все в них, и, ну, прежде всего, конечно же, в себе. И об этом вот наша будет как раз программа. И вот мы хотим вам рассказать, что вот эти новые совершенно методики, на самом деле, они пришли к нам из умения использовать трансовых состояний. Что мы — это вот те люди, которые каждый день или кого-то погружаем в трансовое состояние, или сами погружаемся в такое состояние. Что это такое, да? Это вот, во-первых, всем известно, это медитации. Сейчас, мне кажется, только ленивый не пользуется этим. Каждый второй человек, если вы спросите, ты медитируешь, ты знаешь, что это такое? Говорит, ну, конечно. Это куда же сейчас без этого? И что такое медитация? Это на самом деле как войти в состояние альфа, в состояние альфа-транса, да? Вот сейчас мы разговариваем, мы находимся в состоянии бета. Это измерено уже учеными, то есть есть специальный такой прибор, энцелограф, который вот показывает герцовку вашего состояния. Вот мы сейчас в состоянии бета. Если вы находитесь в состоянии расслабления, покоя, такого состояния медитации, да, всем известного, это уже альфа-состояние или называется эриксоновский гипноз. А вот специалисты, то есть человек, которого называют клинический гипнотерапевт или гипнолог, это те люди, которые умеют погружать другого человека или клиента, скажем, или еще глубже, сейчас я расскажу кого, то есть могут погрузить человека в тета-состояние, более глубокое, чем состояние альфа. И в таком состоянии можно сознание как бы отпустить куда-то погулять, то есть и найти вот там в глубине, в своем бессознательном внутри те причины, которые способствуют тому, что возникают проблемы, да. То есть, например, самое популярное – это бессонница. Вот ко мне обратилась женщина и говорит, я вообще там до трех ночи не могу уснуть, вот что делать? И уже мне сын говорит, ну, мам, ну возьми жвачку с марихуаной, ну что ты мучаешься? Ну вот так вот в 50 лет вдруг вот начинать себя уже в зависимость, да, просто запускать себя. И она обратилась ко мне, и я, как гипнолог или гипнотерапевт, погружаю ее в такое состояние, когда сознание просто отдыхает, она со мной разговаривает, то есть она не спит еще. Состояние сна, это называется дельта-состояние, когда мы видим образы, сны. А вот состояние тета – это когда человек в таком состоянии безмыслия, но в то же время он может видеть уже образы, картинки и отвечать на вопросы. И вот в таком состоянии она видит себя маленькой девочкой, осознает, что это она, что она, мама ее в этот момент заставляет спать, ей там 5 лет или 4 года, а она это терпеть не может, и она убегает и прячется в другую квартиру, скажем, своей подружки, прячется там в туалете, там еще книжку спрятала, которую все ищут в библиотеке. И вот этот безумный страх, который там внутри, что сейчас ее поймают, сейчас ее накажут, он до сих пор, вот уже ей почти 50 лет, он в ней, внутри, он ее
будет, он ей не дает спать, расслабиться полностью по ночам. И когда вот приходит вот это осознание этой причины, когда она вытаскивается на поверхность, сейчас она уже вообще устарела, она совершенно не нужна, то есть она исчезает, и человек тогда спокойно как бы просто избавляется от этого. Вот это называется метод гипнотерапии. Что интересно, что сейчас можно погружать не только вот такого клиента и у него искать его причину, да, вы скажете, ну я так не погружусь, то есть я не увижу себя там в детстве или в каком-то такой, в какой-то ситуации. Но есть еще новый метод, очень революционный, скажем, то есть отбираются специальные люди, которые умеют вот быстро, да еще по коду, по специальному слову или по цифрам загрузиться в такое состояние. И такие люди могут считывать информацию в энергоинформационном поле Земли, рассматривать энергетический план, то есть внутреннюю как бы энергетику человека, что с ним происходит. Такой метод сейчас называется энергоинформационный гипноз. То есть в этом работает два человека, гипнолог или второй, тот, кого погружают, он называется медиум или слипер, то есть человек, который находится в таком состоянии полусна. И вот на основании вот таких практик считывания информации из глубокого тонкого плана мы составили вот эту программу, поэтому мы ее и называем, что она авторская, инновационная, трансформативная. И эта программа, этот курс рассчитан на специальные методики или модули, которые подготовят взрослого человека специально вот найти вот эти вот там внутренние, скажем, на уровне бессознательного причины наших взаимоотношений с детьми и, конечно, в семье тоже. Ну вот подытожив, можно сказать, что работая в технике работы с подсознанием, работая с тонким планом, мы... демонстрация, да, я думаю, что случилось. Работая, да, вот с тонким планом, работая с энергетическим полем, там начинается зарождение вот этого изменения, да, которое потом обязательно должно прийти на физический план. Используются еще методы и соматипологии, и психосоматики, и психологии. То есть у нас дальше достаточно большая собственная опыт и база, и я, кстати, не представилась. Меня зовут Юлиана Гурьева. Вот, я гипнолог, гипнотерапевт, регрессолог, вот, соматиполог, куратор лаборатории гипноза и слиперства. Ну и слипер. Вот Светлана уже говорила про тех самых слиперов, которые по определенному коду попадают в глубокое состояние тета-транса, вот, и начинают считывать там информацию из энергоинформационного поля Земли. И, кстати, вот сегодняшнюю программу мы отчасти вот с помощью наших учителей, вот, в общем-то, ее составили, и сегодня про нее будем рассказывать. Так, ну я тоже себя хочу представить. Меня зовут Светлана Королева. Я училась здесь, в Лос-Анджелесе, закончила институт гипноза, который уже существует здесь 58 лет, а также еще Академия Долорес Кеннон, которая очень известна как регрессивный специалист, то есть специалист, который... Она занималась регрессивным гипнозом, то есть гипнозом, который рассматривает прошлые воплощения или прошлые жизни, и создала такую академию квантового лечебного гипноза на основании этого. Она написала 19 книг, также закончила школу и гипноз, и слиперство, то есть умение... вот это, вернее, использование этого метода через слипера и медиума, также космоэнергет, мастер рейки. И вот поэтому мы как раз представились, рассказали о себе. Юль, ты теперь хочешь продолжить, вот рассказать об этой нашей, об этом нашем курсе, программе, да, это наша авторская программа, которую мы подготовили в доме. Но главный акцент, который мы в этой программе решили сделать, это акцент на индивидуальную работу. Почему? Потому что, проходя марафоны, ну, какие-то другие программы, либо курсы, я думаю, что ну, сталкивались вы уже с этим не раз, либо вы подписаны какие-то паблики вот, по заявленной теме, да, там, взаимоотношения с детьми, вообще, в принципе, отношения друг с другом. Вы...
Вы, наверное, думали о том, что, ну вот, как я это буду делать? Ну вот там какими-то общими фразами, какими-то общими рекомендациями. Но у меня чуть-чуть по-другому. У меня ребенок там, не знаю, он сангвиник, например, вот не подходит сюда вот эта рекомендация. Или так с ним там, ну, понимаете, что не прокатит, да? Вот у нас главная особенность, что мы немного берем на наш курс, чтобы работать лично с каждым из вас. И вот в этом как раз великая и большая ценность, что мы будем отходить от проблемы и ее решать уже, вот, ну, разбирать ее во время курса и точечно прорабатывать все вот эти вот тонкие моменты, которые необходимы вам, чтобы выйти на новый уровень. И я хочу сказать, что наверняка, может быть, вы обращали внимание, что вот такие эмоции, которые, да, вот если сейчас задумаюсь, есть ли у меня там внутри вот эта обида, возмущение, ярость, они уже были как бы измерены, доказано, что они несут на себе низкие вибрации. И они в герцах уже, вот эта частота этих эмоций от 0,6 до 2 герц. И если человек находится на таких, вернее, ощущает где-то в себе внутри вот такие эмоции, то он находится на низких вибрациях. И вот это ощущение, что, скажем, к нам обращаются люди с чем, говорят, ну вот у меня-то все в порядке. Ну вот его, вот моего сына, ты можешь его загипнотизировать, чтобы вот он поменялся, чтобы он что-то в себе поменял? А я-то, у меня все в порядке. И вот на самом деле вот это отношение к себе, как «да я все знаю», «да я лучше всех», это тоже чувство гордыни, которое очень низкочастотное чувство. Жалость – очень низкочастотное чувство. И при этом… Вот давайте задумаемся о том, что если человек наполнен любовью, да, то влюбленные не болеют. Почему? Потому что они находятся на высоких уровнях вибраций, вибраций и энергии. И благодарность несет на себе очень высокую герцовку, высокие энергии. Ну, вот это наши страхи, да, это страхи, ну, мы совсем немножко их перечислили, возможно, вы даже что-то свой страх разглядите. Это страхи, кстати говоря, не только родительские, это страхи и детей, потому что дети – это, по сути, наше отражение, и, может быть, они не так явно это проявляют. В общем, мы тоже можем не всегда проявлять эти страхи, но вот это отдельная, так называемая, отдельная статья, да, отдельный пункт в нашей работе, что мы самостоятельно с ними справиться очень сложно, и мы будем с ними работать, будем их вскрывать, конечно, и прорабатывать. Ну, вот тут Светлана говорила про то, что про вибрации, и тут нужно, стоит об этом чуть подробнее сказать, что Земля, и мы уже немножко, да, выше говорили, Земля переходит в новую плотность, это пятое измерение. Мы сейчас с вами находимся в третьей, да, четвертой, как переходное измерение. И есть инструменты, аппарат, которые измеряют вот вибрации Земли. И представьте, в 95-м году вибрации было 7,8 Гц. Так вот, есть такое название, частота Земли по Шуману, да, это открытая информация, можете очень легко посмотреть, какая частота сегодняшнего дня, да, и вот, например, там, этот год и следующий год это 36-38 уже герц. Представьте себе, что много тысяч лет была частота вибрации 5-7, а сейчас уже 38 за очень короткий период времени. И, конечно же, люди, которые имеют такие низкочастотные эмоции, вот мы их уже перечисляли, да, там и злость, и там или зависть, или какая-то обида, или горечь, вот, или там депрессия, да, все что угодно, то есть то, что вас низко опускает, мы начинаем входить в резонанс с планетой, и на физике чувствует себя вот, ну, очень тяжело, ну, то есть физически, я имею в виду, да, на физике, вот, и, ну, при этом, соответствуя вибрациям Земли, мы как будто вот распускаемся, уходят болезни, настроение у нас замечательное, мы хотим жить, мы наполняемся счастьем, и вот это начинают транслировать наши дети, потому что они, ну, как наше зеркало. При этом мы сегодня вот призываем вас на самом деле задуматься о том, что действительно, где вот оно у меня есть, вот, или вообще есть у меня это. Вот если мы задумаемся и поймем, что есть какие-то проблемы, и не надо их стесняться, не надо их скрывать,
То есть как будто вот свой гнойник, да, раскрыть, понять, что вот осознать эту причину. И вот с этим прийти к нам на курс, потому что мы хотим именно разобраться в этих проблемах, показать вам вот те новые программы, те новые методы, которые сейчас существуют. Мне кажется, немножко я, честно, не ту презентацию открыла. Сейчас хочу поменять на другую. Ну, там, на самом деле, этот файл мне очень понравился, потому что он говорит о том, что не бойтесь своих шрамов. Да. А только из проработки себя, только из вот этих сложных ситуаций, если ты выбираешься, то ты становишься более сильной личностью. И давайте посмотрим, буквально возьмем любую личность, которая известная, сильна. Конечно же, должны были быть трудности, чтобы стать этой сильной личностью. И всегда можно все разрешить, если есть желание, если есть стремление и цель, действительно изменить свою жизнь. И сегодня мы как раз об этом призываем вас. Мы родители... хорошо. Хотим рассказать вам, что существуют вот такие еще эгрегоры. Вот тоже затронуть обязательно вот эту тему, потому что что такое эгрегор? Да? Это энергоинформационная структура, объединяющая людей в группу. И, наверное, каждый из вас может на примере фанатов, да, футбольных фанатов, вот осознать, что такое подключение к эгрегору. То есть вот это объединение в какую-то именно массовое сознание и поведение людей, где люди уже подчинены этому, и в то же время этот эгрегор на самом деле начинает забирать внимание, время. Вообще мировоззрение людей меняется, и при этом такой эгрегор очень сильно откачивает энергию, заставляет переживать энергии вот этого коллектива, эмоции, скажем так. И при этом эгрегоров очень много вокруг нас. Это и эгрегор страдания, естественно, боли. Вот эти эгрегоры тащат нас просто за собой вниз. Вот задумайтесь о том, что сейчас вот эта дуальность ловушки темного или светлого, как мы говорим, какие негативные эмоции, как они помогут вам или вашим детям в развитии, да? Помогут ли вот эти вот эмоции, страдания, переживания, негатива развиваться вашему ребенку, или вот эти энергии любви, поддержки друг друга, они как раз дадут нам энергию для дальнейшего развития в будущем. Все-таки опять не та. Не могу. Ну, автономия. Ну, это вот наши отзывы, Светлана. Да, мы хотели здесь тоже поделиться, рассказать. Юль, прочитаешь? Что у нас на самом деле уже более 1000 часов практики, вот мы не зря говорим об этой программе, и мы именно вся программа построена на нашей практике уже, на помощи людям, поэтому здесь мы хотим показать наши отзывы, как это помогает, я не буду их даже зачитывать, вот, но именно на, как бы все это, вся эта теория основана на практике. А на самом деле все начинается, мы хотим вам сказать, что все начинается с тонкого плана. То есть мы вот привыкли, что у нас есть наше физическое тело, которое мы можем потрогать, пощупать. Но на самом деле уже давно известно, что существует аура вокруг нас. И эта аура, если вы расставите руки вперед, она где-то вот тонкий план занимает такое расстояние. И почему это очень важно? Потому что если происходит какая-то стрессовая ситуация, конфликт, то вот на тонком энергетическом плане, вот там в этой ауре может происходить, просто произойти, вернее, трещина, и не только трещина, а вообще сильнейший энергетический удар, который даже создает, скажем, дыру энергетическую внутри. И вот в такую дыру может подключаться эгрегор, который потом в дальнейшем так и начинает забирать энергию. Или даже могут подключаться какие-то энергетические вампиры, и человек с чем обращается к нам, говорит, вот я там чуть-чуть убрался в комнате, и уже сил у меня нет. Мне только там 32 года, а я почему-то так устаю, и вообще не понимаю, откуда это берется. А это именно из-за того, что так много вот подключений на энергетическом плане, на тонком плане, что человек даже не понимает, как это происходит. На самом деле все давно известно, и очень много информации в интернете, что
Наш тонкий энергетический план, он создан, внутри нас есть такие центры или чакры, и их очень много, их достаточно больше тысячи, но самые известные — это 7 чакр, которые я тоже не, мы не будем сейчас очень много на это уделять внимание, просто хочется сказать, что если вот такой произошел энергетический удар или энергетическая дыра в какой-то чакре, то в этой чакре может быть блок. А если блок, например, вот в горловой чакре, да, то есть там затемнение, то есть у человека есть страх публичных выступлений, или он просто, ему тяжело общаться, он не знает, как общаться с людьми, разговаривать, выражать свои мысли. То есть вот оно сначала проявляется на тонком энергетическом плане, в дальнейшем это проявляется в заболеваниях. Вот здесь стоит, наверное, сказать про детей. И когда мы будем работать с вашим ребенком, с вашей задачей, да, то, в общем, мы будем рассматривать ребенка вот именно по всем этим чакрам. Потому что если какие-то из них не раскручены, либо маленького размера, да, то есть недостаточно развернуты, недостаточно развиты, то мы под нашим руководством, вы сможете наладить этот баланс необходимый вот, для того, чтобы ребенок чувствовал себя гармонично. И владея этой практикой, вы также можете это делать и с, ну, для себя. Вот. А когда, если у нас идут какие-то блоки, то это всегда идет, вы физически чувствуете, что где-то у нас дискомфорт. А если что-то у нас болит, значит, это нас удручает, да? Значит, это нам, ну, как минимум не нравится, да? Беспокоит. А это уже разговор про низкие вибрации. И опять получается, что вот этот вот наш круг, о котором мы говорим, да? То есть низкие вибрации порождают новые низкие вибрации, подкрепление интерферентов, и тогда мы уже не понимаем, как из этого круга выйти, как вырваться из него, потому что мы начинаем нервничать, начинаем кричать на ребенка, который вовсе не виноват. И вот этот вот бесконечный круг, мы по нему бежим как белка, да? А вот выскочить не можем. И вот наша программа, которая называется программа возрождения отношений, взаимоотношения с ребенком, да, на тонком энергетическом плане, вот она как раз вся этому посвящена. Вот здесь на этой картинке, конечно, хочется рассказать, что вот эгрегоров бывает не один, а несколько эгрегоров. И вот она очень красочно описывает вообще, как это выглядит внутри. То есть как такие каналы, которые отсасывают энергию. То есть задумайтесь, что, например, может быть эгрегор PlayStation, да, который вот... Почему ребенок хочет вроде бы как отдохнуть, чуть-чуть поиграть, а на самом деле... уже не замечает, как прошло несколько часов, и вообще сил просто нет потом. Вот потому что оно вот так энергетически происходит, отсасывание энергии. А на самом деле, вот хочется рассказать, что задумывались ли вы, или даже сейчас подумайте о том, что вот ребенок рождается, и ему просто... от божественным образом дается огромное количество энергии. Ее настолько много, что смотреть на него просто одно удовольствие. Мы купаемся в этой энергии. Он находится под защитой высших светлых сил. И как же происходит подключение к эгрегору? Что мы совершенно незаметно сами, взрослые, начинаем давать, чтобы у нас было наше свободное время, мы подсовываем телефон, iPad и незаметно подключаем к зависимости. Вот в нашей программе, Юль, может быть, ты расскажешь, можно не только, да, отключиться от этого. Ну, да, вы можете не только отключиться от эгрегора, отключить ребенка от эгрегора, да, не только свои. Вы можете помочь своим близким, потому что, ну, только с разрешения, безусловно, взрослых людей, потому что такое, это их свобода воли. Но вот с ребенком здесь проще. Нам, родителям, все-таки это тот самый контроль, который мы все время хотим держать, да, ребенка в контроле. Вот здесь мы можем отключить его, если ребенок до 18 лет, потому что мы как опекуны являемся, да, он в данный момент зависит от нас. Поэтому мы можем отключать вот эти эгрегоры, которые вы видите. Вы их увидите на тонком плане, мы обещаем вам, что вы сможете избавить ребенка от этих пагубных зависимостей, потому что они, конечно же, несут раздражение детей, где-то злость, тики. То есть это то, что сопровождает ребенка, если он сильно глубоко его засосал вот этот самый эгрегор. Ну вот сейчас мы говорим про там, игроманию, там, про гаджетозависимость.
Но эгрегоров может быть на самом деле больше. Вообще напишите, пожалуйста, вот кому эта тема интересна. Вот о том мы говорим, вот хочется понять. Вообще понимаете, о чем речь? Если понимаете, поставьте плюсик. Если не понимаете, напишите минус. Ничего не понимаю. Вообще, что вы тут несете? Напишите, пожалуйста. Вот, ну, и если вам вы хотите дальше это изучать, напишите дальше. И мы вам дальше будем рассказывать. Так. Ну, я вижу, да, вот Ирина поставила плюсик, Екатерина, Анастасия написала дальше. Ага, улыбочки у Елены, ага, спасибо. Угу. Феликс пишет плюс. Угу. А какие вы хотите, спасибо большое, благодарим, а какие вы хотите эмоции испытывать, общаясь с ребенком? Ну, вот вы думали об этом? Вот напишите, вот какие вы хотите испытывать эмоции при общении с ребенком? Ну, конечно, вот любви, пишет Екатерина. Безусловной любви, безусловно. Доброты. Понимание, пишет, да. Ну, вот да, вот Кирилл, да, вот хочется понимания, причем с двух сторон, да, правда, хочет, чтобы ребенок тебя понимал. Ну и главное самому начать научиться понимать ребенка. Я благодарю. Наташа пишет, да, спасибо большое. Да, хочет испытывать радость. Конечно, конечно. Да, спасибо большое. Ну вот эгрегоры здесь, мы случайно вошли в другую презентацию, но, кстати, вот это тоже относительно эгрегоров в том числе. И многие дети большие любители сладкого. Потом эта любовь переходит, в кавычках, да, эта любовь переходит во взрослую жизнь, и потом уже мы, взрослые, пытаемся всячески бороться с этим. Но вот чтобы не было в будущем борьбы, вы наверняка точно знаете, что ребенок зависим от сладкого, что для него вот не просто там одну конфетку съесть, да, вот постоянно должно быть что-то дома сладкое, он все время таскает какие-то там плюшки или что-то еще, да, и, например, любит, допустим, фастфуд, да, вот для него это большая награда, да, и родители с удовольствием награждают ребенка, ведя соответствующее заведение, чтобы там купить, не знаю, тот же гамбургер, да, хотя, в общем, мы все прекрасно понимаем, что это, ну, не есть правильное питание и не очень хорошее. Но вот эгрегор, это тоже подключение к эгрегору, мы вам скажем, поэтому вот это же в том числе вы сможете очень успешно отключить. Ну вот наша программа, на самом деле, она построена на том, что вот каждый человек уникален, что мы хотим найти вот именно вот эти причины, почему это со мной происходит, что в этом ищет и как это можно изменить. Вот уникальность каждого ребенка, да, вот это мы хотим раскрыть тоже в нашей программе. Так. И здесь хочется сказать, что вот, может быть, вы уже знаете, что или согласны с тем, что есть эта причина, и, возможно, вы уже думали о том, что нужно пойти или обратиться к психологу, да. Но вот именно чисто психолог, он работает именно с сознанием. Вот чем отличается наш курс, наша программа? Тем, что мы, помимо таких практик с упражнений по психологии, или мы будем использовать также сомотипологию в нашем курсе, это наука, которая помогает раскрыть как гормональное, да, Юль, использование, как гормоны влияют на тело. И как гормоны влияют на характер, на предназначение, на реакции людей. И это будет прям, да, большой блок, очень важный. И вы научитесь типировать не только ребенка, но и протипируете себя. И очень много вопросов у вас просто автоматически слетят, потому что начнется, ну, как бы, появится объяснение, что ребенок пришел именно с этим набором качеств, природных качеств, которые переросли в его характер. И от этого он, ну, избавиться неосознанно не сможет. Только если, ну, осознав их, да, повзрослев и начав это контролировать. Поэтому вот это тоже такой момент, который нигде, ни в каких других программах, я вам точно хочу сказать, вы не встретите. Ну и самое главное, что мы, конечно, будем работать вот с глубокими медитациями, то есть на каждом нашем занятии, на каждой практике будет глубокое погружение в трансовое состояние, в глубокую медитацию, в которой будет в тета-трансе происходить.
Да, вот это как раз вот этот кадр, да, что используется в нашем курсе, будут использоваться эволюционные новые методы гипнотерапии, которые уже работаны, мы их все проверили на практике нашей специальной. То есть вот этот метод инновационный, то есть вы не прочитаете о нем так в книге, чтобы найти его использование. Мы вот даем это вам, именно находим, показываем вам, как это использовать на практических занятиях. И будет теория, которую также вы сможете посмотреть в любое время, в любое свободное для вас время в записи. Вот здесь тоже еще раз мы подчеркиваем, что у нас уже очень много практики. И были, скажем, сессии, которые... Вообще все сессии положительные, не было негативных отзывов. Это очень большой, скажем, комплекс, модуль от отключения от любых зависимостей. Это тоже еще даже есть в другой программе, поэтому мы об этом так много говорим, потому что подключение даже к одному какому-то эгрегору очень сильно понижает энергии и вибрации человека. И вот, конечно, мы предлагаем вам именно сегодня, именно сейчас задуматься или признать, что если у вас вот какие-то вот такие, скажем, сложности или проблемки, которые где-то вот там сидят внутри, и мы предлагаем еще раз подумать об этом, потому что и призываем вас осознать, что это есть, потому что если вы вот закончите наш курс, 9 модулей, пройдете нашу программу, то есть мы уверены, что произойдут изменения на тонком плане, на энергетическом плане, где будет отключение от этих зависимостей, эгрегоров, восстановление работы чакр, то есть чакры раскрутятся в нужном направлении, в нужном темпе, наполним их энергиями, вибрациями, поставим защиту. И поэтому вот изменения тонкого плана, они дадут результат на физическом плане. И вы почувствуете, как вот пропадет, уйдет куда-то вот это вот внутреннее беспокойство, а возможно раздражение на какие-то конкретные ситуации, ситуации, пропадет дискомфорт, и вот когда так себя почувствуешь, действительно проявятся просто краски жизни. Да, вы выйдете на такой уровень, когда вам, возможно, даже не будет необходимость что-то проговаривать ребенку, о чем-то ему, допустим, вещать, да, или что-то просить. Вот у вас настолько появится вот это тонкое чувствование друг друга, то есть это фактически такая телепатия будет развиваться, вы так будете ощущать ребенка, и ровно так же он будет чувствовать вас. Что это, конечно, невероятное счастье и радость от вот такого сближения своим ребенком, что вы будете, знаете, как будто вот дышать вместе, у вас сердце будет стучать в одном темпе. Это, конечно, чудесно, но при этом вы не будете нарушать его границы, а он ваши границы. Это очень важно. То есть вы будете в абсолютном принятии друг друга вот такими, какими вас создала природа. И поддержав ребенка, как бы, вот, знаете, как подтолкнув немножко вот в новый уже мир, конечно же, этот мир будет чудесен, потому что наши дети совершенно уникальны, они просто другие уже люди, человеки. Вот. На них, конечно, большая ответственность. И нам сейчас важно вот не спугнуть вот ту природу, которая в них заложила то грандиозное предназначение строить вот это самое будущее в новом измерении. Давай напишите, пожалуйста, вот кому кажется, что это интересно, что это вот сегодня очень актуально, что много всяких программ, но вот программы именно взаимодействия взрослого, скажем, человека, мамы с ребенком или папы с ребенком, ведь таких программ и именно с использованием, скажем, своего внутреннего состояния, да, своего бессознательного, найти причины вот этого, скажем, в каких-то даже кармических узлах или прочистить отношения по роду, вот это то, чем мы будем заниматься на нашем курсе. Таких программ очень мало сейчас. И вот мы поэтому приглашаем вас, приходите, это будет интересно, наверняка очень индивидуально. Так, сейчас я... Надо мне это убрать. Давайте я пока начну говорить про модули. Светлана Да. сейчас найдет нашу презентацию. Итак, 9 модулей, которые включает наша авторская программа. Модули «Дети и восприятие действительности». Итак, наш первый модуль – это создание общего энергетического, единого энергетического поля с ребенком. Это главное, это наш первый шаг, с которым мы начинаем работать. Вот, через него проявится возможность считывания необходимой информации.
из поля Земли, да, энергетического поля Земли. Мы будем смотреть чакры, мы будем учиться делать защиту и себе, и ребенку. И это очень мощная техника. В конце, кстати, занятия у нас будет она. Вот мы возьмем небольшой кусочек из общей этой программы, и расскажем, и останется это с вами уже до конца жизни, эта практика. Вот, это будут глубокие медитации, погружение в общее пространство. Мы научимся поднимать энергии, вибрации, вот, и ставить защиту. Да, вот это как раз список нашем модуле. Вот с этого мы будем начинать. Второй модуль – это снятие и чистка негативов, страхов, стрессов, тревожности. Это вот то, о чем мы тоже уже передавали, это и кошмары ребенка, очищение от эгрегоров и зависимостей, очищение от вредных привычек. Здесь мы приглашаем помощь наших светлых сил, это, конечно, важно. Вообще мы в каждую медитацию приглашаем помощь ваших светлых сил, ваших помощников, ваших ангелов. Вот. И, конечно же, такой модуль будет заканчиваться групповой глубокой медитацией. А третий модуль, Светлана. Третий модуль – это вот чистка негативных программ. Это, знаете, наверное, многие из вас задумывались о том, что вот такое ощущение, что какая-то рутина, вот все время одно и то же, да? Что непроизвольно, скажем, может быть, ребенок, а может быть, вся семья выставила программу такую. Вот он неудачник у нас. Вот мы как бы не старались, а вот у него все время что-то с ним случается, да? Все время какие-то там вот идет, споткнулся, упал, и вот не хочу дальше продолжать. То есть вот это и семья еще как бы это все подтверждает, то есть усиливает действие этой программы. Вот мы в такой программе разберем, как это сделать, чтобы этого больше не было, и навсегда удалить вот такую вот негативную программу. При этом, конечно, радикальное прощение по всем этим ситуациям, и в дальнейшем это будет и по роду тоже прощение, все вычищение всех этих корней родового дерева. Но четвертый модуль – это соматипология. Это, Юль, тебе в руки, это ты у нас специалист, поэтому да, соматипология – это наука о гормонах и как они влияют на наше тело, на наш характер. Вот, сома – это тело, типология, понятно, мы типируем по телу, и я вам дам основные маркеры, по которым вы сможете типировать и близкое, и неблизкое окружение, тем самым разбираясь в человеке, в его основной сущности, да, и будете уже знать наперед, какие у него могут быть реакции на ту или иную программу, на те или иные, там, я не знаю, ситуации какие-то жизненные, да, и более того, особенно это важно для детей, это их предназначение и их таланты. Вот соматипология это как раз очень четко, доказательно объясняет. Следующий модуль. Вот и очень важный модуль, это, конечно, кармические наши заболевания. Вот есть ли такие кармические заболевания, да? Ведь очень часто нас спрашивают, этот ребенок рождается уже с какими-то отклонениями. Откуда это берется? Ведь вот он должен был родиться вот таким светлым, чистым солнышком, да? И вот это мы как раз научим вас раскрывать это, находить это. То есть, например, как такие заболевания, как эпилепсия. Действительно, это кармически, это связано с прошлыми воплощениями. Вот мы это уже на практике находили, видели, раскрывали. И мы поможем вам найти вот эту ту методику раскрытия. И когда вы поймете, почему это, почему, скажем, ребенок с таким заболеванием появился, я не хочу сказать, в вашей семье или в семье ваших друзей, и когда вы это осознаете и потом научитесь принимать это, тогда вы поймете, почему или что приносит этот ребенок в эту семью, скажем, что, почему он пришел, зачем, какие задачи. Вот это самое главное, важное понять, осознать и принять. Вот это будет все в этом модуле будет разбираться. Да, тут еще Светлана добавит потом уже в модуль то, что про особенных детей. Их вокруг нас очень много, и этот как раз седьмой модуль будет этим детям посвящен, потому что мы будем говорить про род, про благословение рода, и вот про предназначение этих детей в нашем роде. Да. А заболевание – это и аутизм,
и дауны, да, и, ну и так далее, так далее. Очень много разных заболеваний у детей. Их действительно и детей стало больше с такими заболеваниями. Вот этому посвящен этот модуль. Шестой модуль – это вот связь с нашими высшими светлыми силами, которые существуют, которые просто находятся на очень высоких вибрациях, и для нас это как другое измерение. Но сейчас в связи с переходом Земли в новые измерения они все ближе к нам, и связь с ними уже становится теснее, то есть вот войти в этот контакт с помощью трансовых состояний становится легче, можно научиться это делать, задавать эти вопросы и получать ответы, которые нам необходимы. И мы этому научим вас. И вот это шестой модуль, а седьмой модуль – это связь со своим родом. Какова моя миссия по роду, не только моя, но и моего ребенка, естественно, потому что род – это все наше, то, что по крови нас связывает, наши родители, наши бабушки, дедушки, и это очень важно, очень важные вещи. Здесь как раз мы рассмотрим все, как, почему происходит вот прерывание беременности или трудности зачать ребенка, кармически это или нет, конечно, это кармически, и вот это все мы разберем, объясним и поможем, как снять эти программы, как изменить эти ситуации. Юль, вот следующий, восьмой модуль, это вот прошлое воплощение. Здесь уже должно быть довольно глубокое погружение в трансовое тета-состояние, поэтому этот модуль находится уже почти в конце курса, чтобы человек, тренируясь, практикуя во всех этих, скажем, модулях, и еще делая дома практики под запись, скажем, групповых погружений, таким образом вы раскачиваете свою энергетику, раскачиваете свои способности погружаться все глубже и глубже, с тем, чтобы уже найти свое, скажем, прошлое, рассмотреть, и, может быть, найти там ответы на свои вопросы, а также то, что переносится сюда, в это воплощение, или какие свои навыки вы можете использовать в сегодняшнем жизни, в сегодняшнем, скажем, воплощении, да, здесь, рядом со своими, и не только свои, но и у своих детей, самое главное. Юль, может быть, ты последний модуль такой? Да, девятый модуль, он такой экспериментальный немножко, но на самом деле уже очень много опыта, поэтому мы хотим поделиться, это вот в нашем девятом модуле, это научить ребенка медитировать. Дети очень легко входят в медитацию, с большой радостью и удовольствием это делают. И если вы однажды ребенка вместе с ним, да, как гипнолог, вот, поработаете, уверяю вас, он будет все время просить. Вот буквально вчера у меня разговаривал с приятельницей, наши дети дружат в садике, поэтому, ну, приходится общаться с родителями некоторыми. И вот, и она смотрела мой вебинар, и как раз вот где мы со Светланой говорили про то, как здорово детей научить этим медитациям. Она говорит, а я, говорит, стала пользоваться. Вот с тех самых времен уже, говорит, мы месяц, я перед тем, как положить детей, мы, значит, садимся на единорога, летим там в волшебную страну, скидываем в себя весь негатив, ну и так далее. Вот это вот все техники мы будем вам рассказывать очень подробно, в деталях, и вы научитесь этим пользоваться. И вы почувствуете, как дети будут засыпать спокойнее, легко, с каким настроением и интересом к жизни у них будет начинаться следующий день. Вот. Есть техники заучивания, там, допустим, иностранных слов. Это вот у Светланы большой опыт в этом. В обучении. Ну и, естественно, вот развитие эмпатии через домашних животных, через лошадей, дельфинов. Это тоже вот отдельная тема. Им посвятим тоже развернуто. Будем говорить об этом. Так, ну я вот эти картинки хотела... Да, вот сейчас, да, спросим, появились ли какие-либо вопросы все-таки после наших обсуждений, вернее, объясни. А вот, вот я где-то уже читала, уже был вопрос, даже до нашего вопроса, а если я никогда не медитировал? Как, ну, я поняла, просто сейчас чуть найти не могу, где он полный. Но смысл в том, что если я никогда не... Я знаю, что есть медитация, да, но вот я никогда не медитировал в жизни. А смогу ли я прийти на ваш курс и, ну, и успешно его пройти, действительно проработать с ребенком? Светлана, ответишь?
Да, хочу сказать, что мы вот как раз подготовили этот курс и этой практики вот с самого нуля. То есть неважно, что вы еще никогда это не делали, то есть будет постепенное, пошаговое такое углубление в это состояние. И именно мы будем прям вот для людей, которые вот решили сегодня принять это решение, заняться медитациями, погрузиться и найти там свои ответы. То есть будет постепенное вовлечение в эту программу, в этот курс. Не нужно волноваться. Сейчас, секундочку, еще вопросы. Сейчас я полистаю, минуточку, хорошо? А как вообще понять, есть ли зависимость у ребенка или нет? Вот такое пристрастие, скажем, вот съел одну-две конфетки, да, и остановился. А тут вот раз, и уже целой вазочки нет. Или постоянно прям ищет какой-то определенный вкус. Вот это пристрастие или даже эмоциональная такая какая-то завязка, да, то есть, например, вы говорите, вот поиграл чуть-чуть в PlayStation и остановись. Он говорит, и он, нет, дай мне, начинает прям как рычать уже ребенок, да, требуя. Это вот уже зависимость, это подключение к эгрегору. То есть эгрегор давит, воздействует на наш контрольный пункт, на наш мозг своим, скажем, влиянием и забирает в этом энергию. Ему нужны вот эти негативные эмоции, скажем. Вот это пристрастие, ага, это подключение к эгрегору. Да, вот еще вопрос. В итоге вы говорили все время про гипноз. Не опасен ли все-таки, не опасен ли гипноз? Ну, то есть подсознание, да, это работа, это состояние, конечно, это гипнотическое состояние. Вот не опасен ли гипноз, Светлана? А вот интересно, да, почему вот это в телевидении как бы получилось так, что антиреклама такая гипнозу, чего мы боимся, да, что такой гипнолог или какой-то гипнотерапевт, который даст какой-то приказ или какую-то такую команду, которая сделает, навредит человеку. Мы работаем в таком состоянии расслабления, покоя, где, ну, не будет просто, вы все будете слышать или, скажем так, все равно вы будете в сознании, и вы будете контролировать. То есть невозможно сказать вам, что возьмите сейчас, там, например, пистолет и выстрелите куда-то. То все равно будет осознание. То есть если ты против, ты никогда не сделаешь этого. То все равно сознание будет существовать, как это, контрольный пункт все равно будет в этом. То есть нет такого, что вы не будете осознавать того, что с вами происходит, да? Вот такое трансовое состояние. Да, и тут стоит еще раз напомнить про то, что работая вот в энергоинформационном гипнозе, мы ставим, конечно, защиту перед его началом. Поэтому тот, кто думает, что может, ну, как говорят, там, нахвататься в астрале, вот этого, конечно, это исключено абсолютно. Вот ту защиту будет в конце сегодняшнего вебинара, вы ее получите уже прямо сейчас. А вот еще вопрос такой по поводу эффективности. Есть ли у вас статистика, насколько эффективна ваша программа? Что я могу получить? Насколько эффективна наша программа, Светлана? У нас вообще, ну давайте скажем, 95% эффектов. То есть я даже и негативные случаи даже не помню, честно. Просто не хочется так говорить, что она 100%. Как бы будет звучать, как будто это голословно. Но вот, да, вот 95% это подтверждает наши сессии. Почему вот мы оставляем такой небольшой люфт в 5%? Это скорее мы говорим про, вот, знаете, про глубину. То есть прорабатывается, но не все. Да? То есть человек, ну, то есть недоосознал, потому что очень важно, мы же заходим в подсознание, вытаскиваем его, да, и прорабатываем его. Вот насколько человек готов вот, ну, к такой вот внутренней работе, да, самим собою, чтобы потом пойти в работу с ребенком. Да, мы же говорим про детей сейчас, и курс у нас о детях, но всегда начинаешь с себя, всегда первый шаг начинаешь с себя. Так, а вот еще, ну, по-моему, у нас уже говорили, да, получится ли у меня, я читала, да, если я никогда не, я еще читала, что не медитировала. Сейчас, секундочку. А, мой ребенок съедает кошачий корм. Можно ли ему помочь, Светлана? Конечно, это зависимость от вкусовая зависимость, да, то есть понравилось, и вот так, конечно, можно это отключить. Это вот в первую очередь надо выбирать.
А вот выйду ли я из транса, а вдруг я засну? Да. А, даже если заснете, ничего страшного, то есть вы потом просто проснетесь, как обычно. Вот об этом и разговор, да, что ничего страшного не произойдет. А, то есть понятно. То есть я думаю, что человек, ну, ответил, да, на вопрос. Даже если, да, мы научим вас выходить из транса самостоятельно. Бывают разные ситуации, бывает, ну, предположим, отключилась там, да, интернет, и вот вы вылетаете, да, вы будете знать, как выйти самостоятельно из этого состояния без вреда для себя, тонких своих тел. Вот, а здесь вот вопрос еще такой. Вы говорили про энергоинформационный гипноз. Чем он отличается от обычного? Он отличается тем, что оба человека профессионалы. То есть гипнолог или гипнотерапевт – это специалист, да, который погружает другого, который является медиумом. То есть он каждый день погружается в трансовое состояние и умеет по специальной технике считывать информацию, то есть рассматривать, скажем, энергетику человека, что в его ауре есть какие-то блоки, темные места, как дать ему энергии и вибрации построить защиту, то есть не только себе, но и другому, как клиенту. То есть такая работа с клиентом, вот это вот в паре работает гипнолог, гипнотерапевт и профессиональный специалист, слипер или медиум. Вот это называется энергоинформационный гипноз. Да, это работа вот с подсознанием на тонком плане. То Да. есть, когда не выключается ваше сознание совершенно, да, и вы не помните потом, выходя из гипноза, что с вами происходило. Это действительно такое подконтрольное состояние. То есть, это альфа-состояние такое, знаете, как... На самом деле, мы все очень гипнабельны, потому что состояние альфа мы находимся как минимум 2 раза в день. Когда только просыпаемся или когда начинаем засыпать. То есть, это называется еще просоночное состояние. Вот, по сути, вот в этом вот просоночном состоянии будут происходить все наши глубокие медитации. Поэтому, ну, не переживайте. Так, ну давайте еще хотя бы один вопрос, столько много. Так, ну могу ли помочь ребенку? Ну, мы уже говорили об этом. Ну, весь курс Так, сейчас. построен на то, чтобы помочь себе найти как бы, вот эту глубинную связь отношений, да, то есть чтобы убрать все какие-то раздражения. То есть к нам обращаются с чем? Вот совершенно маленький ребенок, она вдруг говорит, у меня вдруг такое раздражение, что я его готова убить, а ребенку 3 года. То есть, ну, откуда это берется? Это не просто так, естественно. И вот мы на таких практических занятиях, в наших модулях это убираем. Потому что человек признает, откуда это взялось, принимает это и уже может контролировать себя, убрать эти эмоции. А вот еще пишет, у моего сына недавно появился тик на лице, такой блуждающий, он то на глазу, то на губах. А могу ли я выяснить вот в вашем сеансе, с чем это связано, и если это зависимость, это отключить? Из нашей практики вот такие тики на лице, особенно это дети очень много играют или PlayStation, или прям в телефоне, это подключение вот такого эгрегора, и он блуждает, двигается по лицу, забирает энергию. Это довольно легко сделать, да, убираем. И вот еще Катя пишет, вот я не верю, почему вы решили, что это работает, на 95%. Ну, Ну, потому что... давайте я начну. Да, можно, Свет? На Да. самом деле, почему это работает? Во-первых, потому что вы находитесь у себя дома, в спокойном, расслабленном состоянии. Вы никуда не мчитесь через весь город, чтобы там встретиться там с этим гипнологом, да, в какой-то группе чужих людей. Вы находитесь у себя дома на своей любимой кровати, да, вот погружаетесь в ней. То есть это состояние для вас очень важно, это расслабление. Вам ничто и ничего не мешает. Вы просто планируете время и остаетесь одни. Вот, вы погружаетесь вот в мощную вот эту общую медитацию, которая создается вот невероятное энергетическое поле. И вы понимаете, что теперь, то есть, ну, мы уже не говорим о том, что не нужно нам вместе физически собираться. Вы видели, да, вы все из разных стран, городов,
и на наши медитации к нам приходят откуда только, ну, со всего света. Но создается действительно огромное вот это энергетическое поле, которое поддерживает друг друга, да. То есть открывается еще больше понимания, еще больше надаются знаний. Поэтому вы нигде такое поле, в общем, так не найдете. Да, но это поле организует кто? Организует гипнолог. То есть он как бы создает вот это общее поле, налаживает его, гармонизирует, синхронизирует вас, да, и потом уже начинается работа. Ну, потом еще нужно сказать о том, что здесь вы, очень важный момент такой, что нельзя использовать никакие химическое воздействие. То есть это такое главное условие. Но это мы потом об этом будем говорить еще на технике безопасности. То есть никакое там ни алкогольное, ни наркотическое, там после. Это наша программа, это курс. То есть люди уже придут, те, которые, скажем... Ну, которые уже, да, подготовлены. Отобраны, подготовлены. То есть они будут... Это занятие будет происходить один раз в неделю, в будний день. И поэтому как бы уже будут знать люди, что это по расписанию в этот день вот такое занятие в Zoom, да, на котором можно задать свои любые вопросы, как вы двигаетесь в этой практике, что происходит, что помогает, что мешает, и какие еще как бы всплыли проблемы в этом, что хочется решить. А теорию можно посмотреть уже в любое время. Да, очень важно, что у нас будет еще и обратная связь с вами и в чате, и потом вживую, когда вы будете действительно делиться своими впечатлениями, ощущениями и задавать вопросы. Да, и в самом начале мы говорили о том, что курс уникален в том, что мы будем исходить от индивидуального запроса каждого из вас. То есть в нашем знакомстве вы будете говорить про ту боль, с которой нужно работать. Да, и мы потом будем выстраивать уже дальше следующие наши встречи с вами, именно уже основываясь вот на ваших конкретных запросах, прорабатывая именно конкретно вашу проблему. И вот эти вот наши 9 модулей, они как бы основные, базовые, но нам ничего не мешает в них, знаете, как немножко маневрировать, вот именно ориентируясь вот уже ну, от вас, да, от вашего запроса. Поэтому, конечно, вот такая вот ну, почти 100% проработка будет. И вот ну, мы так уверяем, что гарантируем буквально, что будет положительный эффект, да. Ну, совершенно точно. Я даже думаю, что когда закончите курс, вы пожалеете, скажете, как жалко, что это все закончилось. Так интересно будет. Ой, да. Ну, я хотела закончить. Последний вопрос, Свет, прости. Ну, просто вот я тут сейчас говорила про общее энергетическое поле, еще один вопрос возник. Не передается ли чужая проблема, чужая зависимость в общем в этом поле? Все дело в том, что действительно мы будем создавать вот защиту вот прямо с самого начала, то есть с этого начиная. Будем приглашать высшие силы, помощников, ангелов-хранителей каждого из вас. И вы будете чувствовать вот это энергетическое поле, это пространство. И поэтому ничего не передастся. То есть каждый научится даже строить эту защиту вокруг себя, вокруг своего ребенка, и вокруг своей семьи, и своей квартиры. То есть всем этим будем заниматься, поэтому не передастся, не волнуйтесь. Да. Ну, еще есть вопросы, но у нас уже мы выходим из наших уже как бы рамок, да, определенных временных, да, мы уже час с вами. Ну, вот про возможности оплаты нашего курса будет кнопочка и ссылка, вы это увидите, вы можете зайти и посмотреть стоимость нашу, вот. Сейчас... Это наш сегодняшний подарок. Угу. И сейчас мы хотели, да, подарить вот эту практику, небольшую практику, как бы постановки защиты вокруг себя. То есть давайте начнем с этого, что потрите, пожалуйста, вот так руки. И сейчас нужно раздвинуть ладони на расстояние, что между ладонями умещается еще одна кисть. И вместе со мной делайте вдох, раздвигаем руки. И выдох, соединяйте. Еще раз вдох. И выдох. И еще раз вдох. И выдох. И еще раз вдох. И выдох. И сейчас вы даже можете подвигать руками и почувствовать, как между рук уже появилось, как будто появился шарик.
Это шар энергии. Вот что значит, вы чувствуете. Появилось энергетическое поле. Сейчас направляете это на себя. Очень хорошо. И сейчас даже можно занять удобную позу. Руки, ноги не перекрещивайте. Можно закрыть глаза. И представь себе, или вообрази, или просто увидь, как на тебя прямо сейчас, откуда-то сверху, как будто с небес, направляется луч или поток, чистый, светлый, возможно, белоснежной энергии. И эта энергия начинает закручиваться вокруг всего твоего тела, формируя кокон защиты или защитного поля. И ты уже чувствуешь это или просто видишь. И представь себе или вообрази, или просто увидь, как будто белоснежный туман энергии, света, вихрь космической энергии начинает закручиваться вокруг тебя, вокруг всего твоего тела и формирует купол, кокон защиты. И верхний слой становится голографическим. Внешний слой этой защиты становится бесцветным, голографическим. И ты усиливаешь сейчас его еще в 10 раз. И твоя защитная оболочка сформирована. И даже если кто-то направляет сейчас на тебя негативные мысли, негативные энергии, как будто как стрелы, направленные в твою сторону, они ударяются об эту внешнюю оболочку и просто скатываются, сползают, слетают вниз и уносятся в галактическое ядро на переработку в первичную энергию. Защита действует, защита активирована, и ты абсолютно полностью сейчас защищен. Очень хорошо. Ты просто молодец. Благодарим. Это очень хорошо. Можно уже открыть глаза. Защита действует, защита активирована. Ой, благодарю, Светлана. Я, как всегда, сразу прям оттаю от твоего голоса. Я также себе поставила защиту. И действительно, самый большой дар, который ты должен сделать, это собственное преображение. Так хочется закончить наш сегодняшний вебинар словами Лао Цзы. И, друзья мои, если есть еще какой-то вопрос, пишите. Вот, кстати, вот эту волшебную такую мини-медитацию, защиту энергетическую вы можете получить себе отдельным файлом, аудиофайлом, если напишете, ну, либо мне, либо Светлане, кому удобнее, вот эти наши личные контакты, вы можете их переписать себе и получите, даже получите в тексте, в общем, в любом виде, котором вам необходимо, вы получите, останется это ваша, эта практика с вами на всю жизнь. У меня один вопрос, Свет, есть, я вот все-таки задам его, потому что он важный. По программе сколько по времени идет? Вот я посмотрела среди вопросов. Сколько по времени идет наш курс? Курс состоит из 9 модулей, и каждый модуль один раз в неделю получается. То есть вот 9 недель. То есть это фактически получается 2 месяца такой очень плотной работы, но при этом достаточно, то есть плотной, но не тотально, да, то есть у вас будет время и на подготовку, и на практику, и на прослушивание самих этих встреч, да, теории. Поэтому, в общем, вы в таком спокойном режиме будете работать над собой. И, конечно же, произойдет то самое возрождение отношений с ребенком уже вот по окончании этих всех модулей.
уже точно не будут, как прежде, ваши отношения, и вы изменитесь, и ребенок изменится. Вот, и вы почувствуете вот эту самую, безусловно, тотальную любовь и принятие, о которой мы говорили в самом начале, и вы это научитесь в себе, вы в себе это уже раскроете. Очень хорошо, благодарим.